Всем привет! Продолжаем путешествовать по Васильевскому. В Эрарте новая выставка. Называется она «Живое и неживое» Юлии Низамутдиновой. Петербургская художница. Инженерное проектирование. 3D-моделирование. Какие-то некие визуальные приемы, эффекты. Киберфлора и фауна. Вот так написано в анонсе. Интересная выставка, мне понравилась. С удовольствием я прошелся. Такая, мне кажется, это уровенная выставка. Хорошая работа, интересная. Я много бываю на выставках современного искусства, дизайна. Ну, это действительно уровенная выставка. Некие предметы дизайнерские выставлены. Симпатично очень все движется. Некие механизмы. Вот эта киберфлора какая-то. Очень интересно сделана из материала. Я не знаю, из чего они там сделаны, но очень красиво. Впечатляет. Впечатляет. Рекомендую тем, кто интересуется некой визуализации, сходить, посмотреть. Вот посмотрите, как здорово, да? Просто какой-то кальмар. Все это движется, все это неплохо подсвечено. Я бы еще, может быть, добавил какую-то музыку. Но это уже дело устроителей выставки. Вот. Но мне понравилось. Рекомендую просмотру. Как написано в анонсе, образы Юлии Низамутдиновой вдохновлены ее практикой архитектора и дизайнера. Поэтому здесь сочетание некоторых современных тенденций форм образования с узнаваемыми линиями арт-нуво и традицией вдумчивого созерцания природных явлений. Вот так написано в анонсе этой выставки. Красиво написано. Конечно, здесь использованы некие технологии, дизайнерские, наверное. Технологии даже изготовления вот этих предметов. В общем, смотрится неплохо. Хотел бы вам показать. Это одна из таких вот, мне кажется, удачных выставок последних в Эрарте, связанные как раз вот с каким-то 3D-моделированием. Это вообще какая-то штука, которую смотришь, и за счет отражения там такие разные какие-то формы появляются. Видите, раз, что-то куда-то идет. Интересно. Очень интересно. Вот все, что я вам хотел показать. Выставка Юлии Низамутдиновой «Живое и неживое» называется. Будете на Васильевском, в Эрарте, зайдите, посмотрите. Выпейте чашечку кофе. А заодно можно посмотреть эту выставку. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Всего хорошего. Рад был вам показать вот эту выставку. Пока-пока.